Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как ускорить телефон Samsung Galaxy S9 Plus. Причем ускорить его очень хорошо, не просто там по непонятным цифрам из каких-то левых приложений. Нет, действительно ускорить работу процессора, работу системы в общем. Итак, заходим в приложение настройки, спускаемся вниз и находим пункт обслуживания устройства. Здесь есть кнопка оптимизации. Видите, если вы нажмете на кнопку оптимизировать, когда весь доступ предоставлен с безопасностью, естественно, тогда у вас будет возможность оптимизировать ваше устройство. Можно будет оптимизировать память, можно посмотреть, какие файлы лишние, поудалять их. Ну и оперативка, с оперативкой все проще, с оперативки все вытаскивается невероятно просто. Кроме того, если вы выйдете отсюда, зайдете в настройки, после чего войдете в пункт обслуживания устройства и выберете батарею, тогда здесь будет режим питания. И вы можете выставить высокую производительность. При высокой производительности ваш процессор будет работать на свою полную мощность. Вы разрешение экрана вашего выбираете то, которое хотите, ну и, соответственно, яркость. Ну что ж. Это, в принципе, весьма неплохой расклад событий, потому что очень быстрая скорость у телефона развивается, потому что действительно он становится шустрее, быстрее и удобнее. Ну что ж, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!